В Экибастузском Иверско-Серафимовском соборе отметили один из главных православных праздников – Рождество Христово. Полуночи верующие собрались в храме, чтобы погрузиться в молитву. Поздравляем с праздником Рождеством Христовым, здоровья, счастья, больше веры, которая будет способствовать миру, спокойствию и согласию всех благ, земных и небесных. Здоровья на многое лето! Ангелы-хранители, всем всего доброго, с Рождеством! Уважаемые гости Экибастуза, поздравляем вас с праздником, наступающим Рождеством Христовым. Желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, мира над головой. И пусть в каждой семье будет счастье. Поздравляем экибастузцев с таким большим праздником, Рождеством. Желаем жить всем народам в мире, согласии, чтобы в душе почаще был состояние было праздника, чтобы дети все были родные, здоровы и радовались только жизни, хорошая жизнь, чтобы была. С Рождеством всего лучшего, самое лучшее, любви мира. Отметим, что по казахстанскому законодательству 7 января Рождество является выходным днем. Однако этот праздник, как и первый день Курбанайта, являются праздничными днями без переноса выходных, если выпадают на нерабочий день.